Здравствуйте, меня зовут Ирина, я являюсь учредителем сети магазинов 16Den. 16Den – это сеть из 11 мультибрендовых магазинов нижнего белья и колготок в городе Оренбурге, а с недавнего времени в городе Орске. Мы уже более 15 лет на рынке. Стараемся радовать своих покупателей широким ассортиментом товаров по приятным ценам, различными акциями и специальными предложениями. На момент решения о внедрении системы ЕДС у нас уже была достаточно большая клиентская база, около 70 тысяч клиентов, и была своя система лояльности. Но не было своего приложения, и мы были ограничены в коммуникации с клиентами, не было обратной связи, нужно было тратить немаленькие деньги на СМС-рассылку. У наших клиентов не было возможности отслеживать информацию о накопленных бонусах, их сроки действия и так далее. Также стоял вопрос о создании интернет-магазина. И все возможные, то есть разрешение данных вопросов мы увидели в системе лояльности ЕДС. И внедрив ЕДС, мы получили гораздо больше нужных и полезных инструментов для нашего бизнеса. Ну, во-первых, это создание системы лояльности на базе мобильного приложения. Собственно, мобильное приложение достаточно дорогостоящее в наше время, удовольствие. И к тому же не каждый клиент может, то есть согласиться скачать это приложение, ну, лично наше, я имею в виду, себе в телефон, ну, там либо памяти нет, либо там еще какие-то причины. А тут универсальное приложение, все в одном, то есть приложение это и магазины, и какие-то рестораны, сервисы, услуги, очень удобно для клиента. Также у наших клиентов появилась возможность отслеживать информацию, ну, как таковой личный кабинет получился, ну, то есть появился, где они могут отслеживать накопленные баллы у нас, отслеживать срок их действия, получать своевременную информацию о новостях, каких-то акциях, специальных предложениях. И получили возможность рекомендовать нас очень удобно, через любой мессенджер, быстро, и причем получать еще за это какие-то бонусы. Также у нас появилась возможность управлять сарафанным радио, системой рекомендаций. Еще одним из самых полезных инструментов для нас оказалась возможность применить различные маркетинговые инструменты на базе ЕДС без каких-либо затрат. То есть, кросс-маркетинг через сертификаты и не только. То есть мы запускали кросс-маркетинг с компаниями наиболее известными в нашем городе, самыми активными в ЕДС. Подходящей для нас аудитории. Это сеть кондитерских у нас в городе, цветочных магазинов, магазинов парфюмерии и косметики. И получили определенный доход от сертификатов, то есть примерно где-то 240 тысяч рублей. И плюс дополнительное количество клиентов к нам пришло от этих компаний. Но это здесь пример одной компании, 65 получается, клиентов. Всех, к сожалению, я не сделала слайд. Также мы оцифровываем клиентов из Инстаграма, то есть посты, сторис разные, ролики снимаем. И обратно мы в ЕДС всем своим клиентам рассылаем ссылку на присоединение нас в Инстаграм. То есть работает и в ту, и в другую сторону. ЕДС, Инстаграм, Инстаграм, ЕДС. Соответственно, также мы получили возможность экономить на СМС-сообщениях, которые могли себе позволить примерно 2 раза в месяц. Теперь мы 2 раза в неделю спокойно всем клиентам рассылаем ваши уведомления. Очень удобно, очень полезно. Так выглядят вот наши новости примерно, в которых мы, ну, что-то о чем-то клиентов оповещаем. Стараемся к каждой новости прикрепить несколько товаров наших. Допустим, там, ну, зависит от содержания новости. Либо это акции, акционные какие-то позиции, либо это новинки, промо-позиции и так далее. Еще это так выглядит наша страница, веб-версия в ЕДС 16Den. Здесь новости, самые популярные товары акционные.
Еще одним плюсом для нас, ну и как бы цель была, это получение обратной связи от клиентов, это получение, то есть оценки и отзывы в UDS. Очень удобно, клиент, совершив покупку, сразу получает уведомление, то есть приложение само напоминает о возможности оценить качество обслуживания и написать отзыв. Благодаря оценкам и отзывам мы скорректировали работу и сервис в целом в наших магазинах. Большинство клиентов удается удержать и вернуть. Благодаря статистике оценок мы сделали для себя такой отчетик небольшой по оценкам. Каждый месяц его заполняем, видно, что на какого продавца, либо на какой магазин в целом нужно обратить внимание, разобраться, в чем причина недовольства клиентов, плохой оценки, ну и так далее. Также мы получили возможность создать небольшой интернет-магазин на базе UDS, и который нам служит дополнительной площадкой рекламной наших товаров. То есть у нас очень большое количество товаров, где-то около 200 тысяч позиций, и все мы не можем сюда ввести, но то есть внесли только самые популярные, самые востребованные товары. Получаем обратную связь от клиентов, вопросы, нам очень нравится. В каждом это вот динамика, то есть продаж через приложение. Буквально недавно только начали, но здесь видно, что вот сумма, количество покупок увеличивается с каждым месяцем. Это сумма, которую мы получили на данный момент. Кстати, забыла сказать, что клиенты, которые сделали заказ через приложение, они являются еще, и придя в магазин забирать заказ, они являются потенциальными клиентами для того, чтобы совершить еще дополнительную покупку. Благодаря этому у нас увеличилось количество дополнительных покупок, ну и в целом продажи онлайн с каждым месяцем становятся, продажи онлайн становятся больше. В феврале этого года, то есть до февраля этого года мы оцифровывали собственную базу вручную. Это подключали в магазине, в магазинах наших во всех, плюс раздавали листовки на подключение, на скачивание приложения UDS со ссылками, там, с QR-кодами. И получили где-то около 14 тысяч клиентов за полтора года. Но в феврале этого года нам удалось сделать импорт базы нашей, годами наработанной, где-то 76 тысяч клиентов, поэтому здесь цифра, все клиенты 93 577 человек, но из них со скачанным приложением UDS у нас 36 тысяч, то есть было 14 тысяч клиентов, которых мы вручную оцифровали, но после импорта у нас стало 36 тысяч, то есть в два раза больше у нас стало клиентов со скачанным приложением UDS и уже с присоединенные к нам к 16 ДН. Но у нас есть еще потенциал 57 тысяч клиентов, мы надеемся, что в скором времени они к нам присоединятся и станут нашими клиентами. Возможно, кто-то, конечно же, уже наш клиент, но не в UDS. Это сумма от рекомендаций, то есть клиенты, которые нас рекомендовали своим друзьям и знакомым, и эти люди совершили покупку, но на 1 250 000 рублей. Здесь вот видно, что 631 клиент уже нас рекомендует в UDS. И видно, что вот 42 рекомендации, 33, 32, то есть очень большое количество рекомендаций, но эффективных именно вот 631, и тот доход, который мы здесь вот указываем, это мы получили от, именно от рекомендаций. После импорта базы существенно возросла активность в UDS, стало больше отзывов, сообщений, реакций клиентов на то или иное паш-уведомление, стало больше заказов через мобильное приложение. Это вот наши цифры активности на февраль месяц, да, то есть динамика в течение февраля. У нас был тут максимум продаж 306 оплат в месяц, то есть это был максимум. Ну, это как раз было практически после внедрения 6 марта, ну и предпраздничный день, конечно же, тоже сработал.
Недавно, кстати, не могу не отметить, мы недавно поучаствовали в акции от UDS. Своими силами сняли ролик о UDS в 16 ден и разместили его на странице, на собственной странице в Instagram. В результате получили бесплатный двухнедельный рекламный баннер на стартовой странице UDS. И благодаря чему получили, вот здесь на этом слайде видно, дополнительно 275 клиентов. Мы даже не ожидали, что за две недели можно столько клиентов. То есть просто по рекламе. Никто нас не рекомендовал, просто открыли приложение, увидели рекламу, присоединились. И 41 человек уже совершили покупки на сумму около 50 тысяч рублей. И нам это ничего не стоило. В итоге экономический профит от использования UDS у нас вот примерно такая картина. Получается, оцифровано около 36 тысяч клиентов. Мы экономим в результате на изготовлении дисконтных карт, суммы тут вот указаны. Собираем обратную связь, повышаем лояльность, нам это очень нравится, мы очень довольны. Качество обслуживания у нас улучшилось, то есть мы стали обращать внимание, где у нас есть пробелы, недоработки. То есть на данный момент у нас вот около 2500 оценок, и средняя оценка где-то 4,9. То есть мы экономим еще и на тайном покупателе. Запущена сеть рекомендаций, от них мы получили 1 250 000, ну это за весь период. То есть сарафанное радио работает. Реализовали онлайн-продажи, начинаем на них тоже зарабатывать. Очень нам нравится кросс-маркетинг, то есть о нас люди, клиенты других компаний узнают, работают, присоединяются, становятся нашими клиентами. Также мы привлекли около 3000 клиентов из приложения, то есть мы на них даже не рассчитывали, сами они к нам пришли, присоединились, и 3,5 миллиона нам в кассу пришло от них. Экономим на СМС, это тоже очень важно, примерно около 140 тысяч в месяц, это если 36 тысяч клиентов два раза в месяц отправить сообщение, это примерно такая сумма получается. Ну и от рекламного баннера начали зарабатывать, ждем и от других акций от UDS. Ну и, конечно же, наверное, очень важно, что мы не стали разрабатывать собственное приложение мобильное, сэкономили где-то примерно 2 миллионов, потому что хорошее мобильное приложение установить и вот далее сопровождать – это не меньше 2 миллионов. Резюмируя, хочу сказать, что мы очень довольны UDS. Это не только отличный инструмент для повышения лояльности клиентов, но и как дополнительный инструмент, дающий нам возможность расти, развиваться и получать доход, неплохой доход. У меня на этом все. Спасибо огромное за подробную, очень подробную информацию. Уверен, вы сами, наверное, не ожидали такого от внедрения данной платформы.